Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй. Слава Иисусу Христу! А? Слава, говорю, Иисусу Христу, Господу нашему, Богу. Слава Богу единому, единственному. Единому и нераздельному. Отцу и Сыну Слава, и Святому Аллаху, Духу. Слава Господу Мирону, слава, слава единому и единственному. Поистине нет у него сотоварищей. Верно, нету сотоварищей. Бог триединый, Отец, Сын и Святой Дух. И он так открыл себя людям. В этой книге он так себя открыл. В этой книге. Библия. Аллах не предписывает к себе сыновей, дочерей, там никого, да, там. У него нету ни сыновей, ни дочерей, никого. Он единственный, единственный. Ваш Бог, даже... он когда еще не создал никого, он имел любовь? У него есть любовь? Ну, любовь, он любил кого-то, нет? Любовь? Не знаю, я не могу отвечать на это. Ну, что я не знаю. Он любит, у него и любовь есть такое вообще или нет у него такого? Любовь? Да, по-моему, да, есть, да. Я не плотскую имею в виду, не плотскую любовь, а любовь настоящая. Да, я понял. А если он... Нет, вы сейчас говорите, да, вот как его... Сын, как вы говорите? Сын на Христа или как что? Я говорю то, что если он имел любовь, то любовь это всегда кому-то. Если вы говорите, что у него нету, то что вы не признаете Святую Троицу, то когда он еще никого не создал, у него он никому любовь не мог иметь. У него не было любви, значит. Вот и все. А мы верим, то, что Господь нам открыл, то, что есть Отец, Сын и Святой Дух. И мы это исповедуем. То есть три. И это один Бог. А мы верим, что Господь один, единый, единственный. Да, вот. А то, что вот мы не отрекаем Иисуса, да, вот, Иса, алейхиссалам. Это тоже пророк Аллаха, посланник Аллаха. Если он каждому народу послан посланник и пророк, да, там, и он был одним из пророков и одним из посланников Аллаха, да. А у них одна миссия была довести до людей единственность Аллаха, единобожие. А если он был пророк, то только пророк, я имею в виду. Я признаю то, что он и пророк был в том числе. То как тогда он говорит, что я посылал пророков? Он про себя говорит. И говорит, я посылал ангелов. Потом он говорит, я прощаю грехи, я буду судить мир. Он про себя все это говорит в этой книге. Вот именно. Да, я посылал пророков, потому что довести до людей. Их не общая миссия. Нет, Иисус говорит, что я посылал пророков. Он сказал, я посылал. Нет. Он как Бог говорит это. Аллах посылает пророков, а не Иисус. Он знаешь, смотри, да? Он такой же человек, как и мы с тобой, да? Просто у него есть этот статус пророка. Статус пророка, да, там. Допустим, я умираю, ты умираешь, любой человек из нас умрет рано или поздно, да? Умрешь ли любой человек? Вот видишь, человек смерти. Я-то от головы говорю. Ой, вы-то говорите точнее от головы, а я-то говорю от книги этой, от Библии. Я не спорю, Аллах, что вы так знаешь, верите. Аллах знает, что говорит. Куран, ты знаешь, последний. Ты же веришь в Куран? Я верю, что это ваша священная книга. А как да, я вот, в него... Да, вот, смотрите-ка. Я в него верю только в том смысле, Коран, в каком да? и ваша книга. Коран, да? Аллах знаешь, что говорит в Куране? Я, говорит, послал к вам, говорит, последнего пророка Мухаммада, салам. Это печать пророков, последний пророк, да? Последняя религия, говорит, последний пророк, это Мухаммад, говорит. Последняя религия, это Ислам, говорит. А тот, кто будет следовать за другими религиями, да, там, придерживаться будет другие религии, у него не будет, говорит, принято это. Вот Таурат, Инджил, Забур, все эти писания, да, вот я не помню, вот, и Библия какой был из них. Они все исказились, а Коран до судного дня Аллах сам сохранит, да, там даже одна буква не изменится. Подождите, если это последнее, вот... Я слышал, я знаю это. Если Библию исказили,
то Бог, получается, не смог ее удержать. То как вы говорите о Коране, что он ее удерживает? Если вы принимаете, что это священное писание, Библия была, да, священное писание для вас, то вы должны знать, что Бог не дает ее исказить. А если вы говорите, что Библию исказила, Коран нет, то вы противоречите просто себе. Если это книга от Бога, если это книга от Бога, то ее Бог не дает исказить. А если она не от Бога, то ее, естественно, искажают. Следовательно, если вы признаете, что это Библия была от Бога, то почему вы тогда говорите? Вот, скажу вам одно. Вот был же до пророка Мухаммада все пророки, посланники был же. А сейчас нет уже пророков и посланников. Сейчас уже нету. Будет последний еще два. Будет два пророка написано. Будет два еще. Кто будет? Еще будет кто два будет? Пророка. Енох и Больше Илья. Не будет никакого пророка. А это вы идете против Писания идете. По Писанию два. Аллах вознес Ису на небеса. Ису, алейсалам, Иисуса на небеса. Вознес. Это по вашей он книге. Не мертв, да, то он появится, у него есть свой день, он появится в судный день, ну это к концу судного дня. Он но появится, я чтобы знаю, убить, как вы верите, убить я знаю, Даджала, да, вот. У него своя миссия осталась, у него своя миссия. Ну, пророка, посланка после пророка Мухаммада, салам, не будет. Да вот, этим и показывается, что вы заблуждаете, потому что в Библии это написано, какой пророк будет когда. Написано, что в последние дни будет как раз таки два пророка. Как зовут этих... Енох и Илья, тех, которых он взял на небо с собой. Енох и Илья. Это все знают. Любого иудея спросите, любого крестьянина, все знают, что два пророка будет в последний момент, перед пришествием Христа, перед. Поэтому у вас то, это заблуждение. Мы читали, то есть читали в Писании, вот да, там. У вас Писание-то позже. Это описывается позже. Как печать пророков. Это позже описывается уже. Как печать пророков, последний пророк. Последний пророк и посланник, и на этом завершится религия полностью. Я знаю эту, я просто вам говорю, что в Библии написано, что после Иисуса Христа не будет уже никакого, все, кто придет... А я вам говорю, что в Библии исказилось, вот это нет, говорю вам. Исказилось, это я тоже могу, виде. Я тоже так могу говорить, возьмите это ничего Коран, просто, да, вот, я просто вам, тебе, у меня тебе вот советую, Коран, вот тогда... Вот. Это Эльмир Кулиев, да? Эльмир Кулиев же. Кулиев. Да. Кулиев. Возьмите, читайте полностью Коран. Полностью. Мы читайте Коран. Читаем. Читайте Библию, полностью Библию читайте. Полностью Коран читайте, вы сами поймете, что там. Я уже. Возьмите хадисы. Мы читаем. Еще смотрите, возьмите хадис Сахих аль-Бухари, Муслима. Вот возьмите, читайте и хадисы тоже. Книга Сахихов. Возьмите эту тоже. Все, и Коран я читайте. Понял, благодарю. Благодарю, я понял. Смотрите, я читаю Коран, читаю Библию, да? По Корану. Четыре жены разрешено. У нас христианство это полный разврат по Библии. Разврат. У нас написано, посмотришь на женщину с вожделением, у тебя жена одна есть, посмотришь на другую женщину. Все, ты прелюбодей. Только посмотрел, насколько большая разница. Иисус Христос меч в руки не брал. Ваш наставник, этот, который Коран написал, 72 битвы, только две оборонительные, остальные атакующие. То есть нападали на караваны и честно делили, честно, я согласен, все честно делили. Но нападали, очень много людей убито. И тут сравнивать нечего. Христианство просто на планку выше стоит по сравнению, если брать вот с тем, что там читаешь. Я не против. Смотрите, я не против, я не против, вот. Что самой книги вашей, я не против. Я просто про свое говорю. То, что в нашей книге написано, что тот, кто придет и будет говорить то, что в ней не написано, то есть то, что у вас говорит, да будет анафема, то есть будет под проклятием. Написано конкретно, но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали, да будет анафема, написано анафема. То есть мы не можем принимать вашу книгу, поскольку у нас уже анафема ей. А ты читал про то, как воевал пророк Мухаммад, салам? Как его посылалось, вот этот Коран, что ли, как ему сходил? Да, вот он хиджру делал. Знаешь, что такое хиджра? Ну, хиджра, не знаю, скажи по-русски это. Хиджра – это переселение. Он переселен делал. И во время переселения его даже там, хотя переселился, его не оставили в покое. Седьмое потом небо, что ли? Пришло откровение, чтобы сразило с этими неверующими.
Вот это, вот в тот момент он воевал. А он Вот на седьмое небо в этот был момент, а то воздвигнут. говорит, что нельзя, говорит, брать меч в руки, там, туда. Это все это в Писании, да, там. Это не наши законы, это законы Господа. Нет. Законы Аллаха, Так да, я вот говорю, это. так вы должны тогда выбросить то, что написано, сказать, я не признаю Библию. Вы должны сказать, я ее не признаю, и все. Потому что в ней написано, сказал, Нет, кто я верю, разгневается, вот, лжец, смотрите, я, ну, убийца. вкратце буду вам говорить. Я верю в Таврат, Инжил, Забур. Я не знаю, какой был Библия, Это Таврат. Библия есть. Это Библия Таврат? есть. Это то, что Евангелие. вы... Библия, да, это какой был? Это и Таврат, есть, и Инжил есть. был? Какой? Таурат, Инжил, это все в Библию входит, это все верно. Да. Это Вот, я верю в Библия, эти писания, это но просто они две книги. исказились. Это Эти все. писания тоже, это свитки. Это свитки, да, вот это тоже писание Аллаха. Писание Аллаха, я это верю. Но они в искаженном виде. А Ну Коран не как? исказится до Подожди. самого судного Ну дня. смотри, может что-то исказить, но есть разница, допустим, умер и не умер, есть разница. Что тут исказишь-то? Вот написано, что Иисуса распяли на кресте. А у вас говорят, его не распинали. Его убили на кресте. Это вообще-то не Иисус был. Это Нет, вообще не Иисус был. Ты вот. знаешь, кто Я и был? говорю, есть разница. Что тут искажать-то? Если тут Нет, я вам сейчас задаю один вопрос. Это не Иисус был, это кто был? свидетели видели, ученики все его, что его убили, и он потом воскрес. А вы говорите, он не Нет. воскрес. Не-не, кто был это, которого там распяли на крест? Это кто был? Иудеи были, иудеи это, иудеи, римские воины этого распяли, римские воины, иудеи Нет. были. Это не Иисус был, это который там Это распятый, да? Это я говорю то, что у нас написано, сподвижник был. у Это нас написано, маленький что это ребенок, Иисус. это маленький, да, вот пацан был, да, несовершеннолетний, это он был. Ну что, Он ученики три его раза не могли сказал, отличить, кто на кто кресте хочет со висит, что мной ли? там прогуляться в раю, говорю, да, там. Кто со мной хочет ходить в раю, говорит. И три раза встал это юноша, говорит. И его распяли, короче, да, там. То Это есть не его Иисус. мать, Иса, алейхиссалам. его Аллах мать. забрал на небеса, да, там, вознес на небеса. Вот так описывается в Коране. Вот, то есть его мать, ученики, 70 человек, на кресте висит Иисус, не могли определить, что это не Иисус. Но это же, вы сами подумайте, в чё вы верите-то? Его ученики, его мать и оставили книги, Евангелие, в котором и написано, то, что его распяли, и он в третий день воскрес. А если его не распяли, то все грехи-то на вас остались? Нет, брат. Мы говорим, вот Ну ладно, я пошел Аллаха нет, тогда. сотоварищи, да? Сотоварищи нету, Аллаха нету, ни сыновей, ни дочерей, Дорогой никого. человек, А они говорят, Троица, да? дорогой человек, Аллах. дорогой человек, мне сейчас пора идти. Если вы хотите пообщаться, в скайпе можете зайти на меня. Просто сейчас мне надо идти. Не, зачем? Я вам объясняю, да, вот. Я знаю вашу Скайпа книгу, нету, я да. знаю, как вы верите. Знаю, я говорю о Христе, а не о вас. Вас я не опровергаю. Я говорю о том, что в нашей книге Но написано, в нашей. А вашу я не трогаю, потому что ваша книга это ваша. Я ее не трогаю. Мне это не надо. мы тоже не трогаем вашу Не, а книгу. вы нашу Мы тоже трогаете, не когда трогаем. говорите, что Иисус не распят, то что вы его трогаете, вы говорите, что ее исказили. Вы ее трогаете, вы ее ногами топтаете нашу книгу. Я вашу не топтаю ногами, а вы ее топтаете нашу книгу. Вы говорите, что ее исказили. То есть Я вам один раз скажу, в конце, Бог да, ее не вот, мог сейчас я сохранить. вам скажу один вещь. Я создал, говорит, я создал, вот, я вам сейчас аят из Корана скажу, аят. Вот, да? Мне уже Я нет времени, создал я не джинов и могу, людей, не могу, говорит, мне пора идти. смотрите, я создал джинов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. Вот Аллах говорит, вот Господь говорит в Коране. Я создал джинов и людей. Заходите вот во свете Библии, у нас в этом, в Ютубе большой канал, 43 миллиона просмотра. Зайдете туда, посмотрите. А в скайпе, если наберете Игнатий Лапкин, то вы выйдете в скайпе и можете пообщаться, можно, если какие-то вопросы будут. Давайте, мне пора идти, благодарю вас.